Смотрите, сколько спящих полицейских. Вот. Два. О, боже, они все в этом автобусе спят. Что с ним случилось? Может, они зомби? И как это называется? Зомби, наверное, да? Ну, когда без мозгов. Не, ну, камеру не можете выключить. Почему? Просто так. Не, ну вот это бесполезно. Пойдете, может, со мной пройдете. А? Может, со мной пройдете там. Чего? Может, со мной пройдете. С вами? А вы кто есть такой? А чего меня? Меня сказали не пускать, я не пускаю. Мне сказали охранять, я охраняю. От кого охраняешь, говорю? Не знаю. Сделала круг, не знаю, там километр 3 минимум вокруг этой, блин, Красной площади. Безобразие, только в Москве такое творится. Открытие Олимпиады, а мы в центре России не можем попасть на открытие Олимпиады в Москве. Вот спортсмен растет, будущий, дай бог, олимпиец. Играем за вымпел. Маратик, ты хочешь посмотреть начало Олимпиады? Да. Ну, как же? Пропустите на открытие Олимпиады, чтобы коренные жители Москвы увидели счетчик. Вот через рамочки проходите там. Пока мне приходится довольствоваться только вот этим огнем. И вот этими часами. Страна, которой нет. Олимпийский огонь. А у вас там нет телевизора случайно? Нет. Блин, открытие Олимпиады хочу посмотреть. А здесь нигде нет телевизора? Нет. Блин. Вот именно. Жалко, да? Я сама тоже, конечно, хотела посмотреть. Ну когда можно будет пройти? Закончилось же уже все. Вот как мы все уедем отсюда? Может... Там уже уходят. Там... Мы... Вот там мне сказали, что можно пройти. Куда? Мы там бы и прошли. Часам. Часам? Пойдем. Ну, блин, отлично. Я все пропустила. Здесь играли музыку, да? Блин. Для кого? Для телезрителей. А, телезрители. Ну, все ясно. Мне кажется, лучше вот так вообще вот. Чего снимали? Про животных. Про животных? Да. А, ты смешно. Не видела обезьянок здесь? Обезьянки такие милые были, с красными попами. Как у вас шапка? Гиббончики нет. У меня шапка не как попа гиббона. Не, ну то, что сегодня произошло, ребят, ну это, конечно... Короче, все, надо свергать власть. Так, все, вы это не слышали. Хотя, одна власть... Уже другой. Вообще власть всегда одинаковая. Как мне говорила Сусанна, она всегда антинародная. И не удалось мне посмотреть начало Олимпиады. А все из-за чего? Из-за того, что у нас в стране демократия. Ладно, ладно, все. Все, я ничего не говорю. Где трансляция прямая?